Квартирный вопрос расколол ряды прокуратуры. В Тонкинском районе районного прокурора, пусть и бывшего, пытаются выселить из квартиры. Квартиру Василию Демину дали 10 лет назад, когда он приехал в район работать прокурором. Он вышел на пенсию, а власти потребовали жилье вернуть. Василий Демин выселяться отказался, и на него подали суд. В результате бывший прокурор теперь на скамье, хоть и не подсудимых, но ответчика, а обвинителями выступают бывшие коллеги. Почти семья с ходатайством об устремлении договора купли-продажи квартиры, оригинального договора купли-продажи квартиры, на указанную квартиру. 10 лет я здесь работал прокурором района. В определенных вопросах, конечно, я был бескомпромиссный. И часто это был. Знаю о том, что я добросовестно отработал. Ставить этот вопрос выселения. Демин Василий Сергеевич, значит, сегодня, значит, не работает должность прокурора, значит, трудовой договор у него завершился. Соответственно, значит, по закону он не имеет права проживать в этом жилье. Я никогда не думал, мне горечь и обидно вот это вот, весь процесс. Я никогда в качестве ответчика не привлекался в судебное заседание, в суду никогда. Мне горечно обидно. Вот это наш дом, наша квартира. Здесь мы проживаем в настоящий момент. 2 октября 2002 года мне был выдан ордер на жилое помещение. Я хочу добиться того, чтобы мне дали возможность проживать в этой квартире. Мне больше ничего не надо. Ну, на одном из заседаний Василий Сергеевич заявил, что у него есть приватизированная квартира 3-комнатная на Шаранге. Вот. Так что на улицу его никто не собирается выгонять, конечно. Я не цыган, чтобы приезжать с места на место, поскольку за 10 лет я пытался здесь благоустроить. Я ведь приехал не на день, я знаю, что 10 лет я должен отработать. Соответственно, я пытался благоустроить свое помещение. Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы она осталась. У нас все-таки 2 детей, и надо детям что-то оставить. Кстати, в Нижегородской области уже был подобный жилищный скандал, только на более высоком уровне. Председателю областного суда Борису Каневскому в 2009 году было предоставлено жилье как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Квартира непростая, а в элитном доме метражом в 140 метров. Изгнали его с поста главы областного суда со скандалом. Члены высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации заинтересовались, на какие средства господин Каневский приобрел дом с земельным участком в центре города за десятки миллионов рублей. После ухода Каневского выяснилось, что и элитную квартиру он приватизировал. Ее пришлось отбирать по суду. И только в апреле этого года квартиру отозвали в федеральную собственность. Кто в ней будет жить дальше, пока неизвестно.